создать, да ёперный театр-то, а? Что мы решили? Потому что обратная связь нам важна. Окей. Немножко так, возьмите бумажку, прочитай. Да я, слушай. Получается, что за вопрос? Вы не возможно этого. Чтобы подчеркнуть угол, нужно... Мы пойдем к истокам. Наверное, ну и блин. Ладно, сейчас. Ну это-то нормально или еще раз? С нами видео. И мы решили создать новую рубрику. Да. Да все, я забываю. Фронт, стрижки модерн, с учетом углов. Какой-то фигня, опять не говорила. Я сейчас пойду. Получаем очень много вопросов. Поэтому мы решили сделать новую рубрику. Я забыла про обратную связь. Еще раз. После выхода наших новых видео на канале. Блин, да что ж такое-то? Не туда. Стоп, здравствуйте. Хорошо. Наши подписчики оставляют. Вот тут. Приготовились. Ready, steady, go. Ты начнешь нервничать, я буду нервничать. Я тебя хорошо понимаю, я не нервничаю. Сейчас еще телефон себе принесу. Пишите один раз в камеру посмотреть просто, что происходит. Ни хрена не будет. Я получу ставить. Засвечено все. Так я вижу на черном фоне. О, вообще просто струя. Стоп, дайте я засуну. Давай. Струя. Ниже баллов. А струи больше мне. В результате здесь ни хрена вот на этой камере не видно. Потому что... такой шерстью. Поэтому я думаю, что такая шерсть... Да фигню понесла уже. Через паузу пишем, а дай нам надо. Салонная стрижка средней длины на пекинеса с распадающейся шерстью. Рабочие, то есть линейка, это у нас... Да что же у меня с этими пальцами-то, я не могу, блин. Большой. Да. Еще раз, давай. Ментор изогнутый, который я прорабатываю. Низ. Так мне это сказал, блин, низ. Я понял. Еще разок быстро. Партнер и какой-то сам. Ну, я что, не так и сказал?
If you have a lot of top knot and neck hair, would you bend right down the neck in a grooming competition? Да, если много шерсти на, ну, да, на топ-ноте, то я завяжу всю шею до холки. И на груминг, на конкурсе грумеров я так и делала, чем вызвала... До новых встреч. Пока-пока. Не могу. Ну, что ты? Ты все нормально? Ну, я